Котик скажет мяу, а енотик скажет... Я не мужчина! Доброго дня, координатор Мирослава, чи можете допомогти? Здравствуйте, алло, здравствуйте, как слышно? Я слухаю вас. Я прошу прощения, вы уж меня простите. Как у вас там вообще обстановка? Как у вас? Есть место там? Кто там приехать ко мне надо? Алло. А что вы осталось, скажи, будь ласка? Ой, я не знаю, мне как стыдно сказать. Меня внук за яйцо укусил. Прям за половой орган. Ну, цепанул мне прям. Он прям меня злился. Мы с ним поругались, и внук прям за яйцо щипанул меня. Я вас зрозуміла. Дивіться, я вас зараз єднаю з спеціалістом, який займається цим питанням, і він вас орієнтує більш детально. Хорошо, дякую. Очікуйте, будь ласка, на лінії. Куди дзвониш ти? Тихо, не лезь сюди. Да, спасибо. Доброго дня, координатор Ігор, чому можна допомогти? Ой, здравствуйте. Ви не знаю, останній крик помощи. Ой, господи, я человек не молодой, господи, помилуй, сохрани меня. Меня только что здесь мы, ну, немножко с внуком повздорили. И он меня взял и за яйцо укусил. Я не знаю, стыдно сказать, ну, что делать-то? Что, жизнь она такая непредсказуемая. Что делать-то? Ну, могу предложить консультацию уролога. Кого? Уролога в клинике. Мне нужен специализирующий человек в плане моего члена, то есть писюнов. Есть такие? Я понял. Ну, врач-уролог, могу вам предложить. А, это урологи, да, занимаются всем этим делом. То просто я сейчас сижу, да. А вот так, у меня что-то шкурка на яйце лопнула. И там он меня укусил. Я смотрю, у меня как будто капает что-то. То есть писюн лопнул. Вас как зовут? Виктор. Витя, да, ясненько. Каруман. Вот у меня тут пищун сейчас вот здесь лопнул прям, что-то капает, сперма, не знаю я, вот он меня укусил и все, и сидит лыбится. Мне обидно. Не могу предложить консультацию уролога, я понимаю. Сбрасывай давай, никто тебе не поможет, хуйло. Ай, блядь. Я тебе сейчас, блядь, устрою. Куда? Как мне с ним связаться? А? Врач принимает только в клинике. Или можете вызвать 103. Можете вызвать 103. Сегодня они, в принципе, могут приехать к вам на дом и госпитализировать. Да иди ты, не лезь ко мне, сучка. Извините, Света. Да, да. Когда? Сейчас можно поговорить с урологом? Вы можете вызвать 103. Не они надо. К вам приедут и могут вас отвезти к урологу. Да не надо там, не надо мне этих ваших 103 там. Или могу подсказать, какая клиника дешевле сейчас по урологии сегодня. Не, ну вы как мужчина, я вот прошу, может что-то знаете, мазь какую-то, писюн помазать? Я, к сожалению, не могу вам по телефону назначать лечение без осмотра. Да мне не лечение, это можно сделать только... Рекомендацию. Я понимаю, к сожалению, не да могу. Да похуй всем, у тебя один хуй уже не нужен, без яичных хуй, поэтому блядь. Могу... Заткнись, малыш. Могу вам предложить... Извините, вам. Могу предложить вам или... Ничего, могу предложить или консультацию врача-уролога, да клинику сейчас останьте, подъехать. А вы до скольки работаете? А у нас сегодня врач принимает... свободный будет только на левом берегу, Мишуги 12. Я тебе сейчас всю жопу откушу. Это на 18:30. Сейчас, да, через, получается, сейчас у нас 17:25, да? Через час. Через час. Через сколько? Через один час, на 18:30. 18:30, да, это прям посмотрит, да, может принять лечение. Да, конечно. Давай я тебя плоскогубцами ебану и все. Тихо! Сволочи, согласитесь, да, Виктор? К сожалению, не могу вас в этом плане или ой, подтвердить, Виктор, или опровергнуть. Ой, Виктор, молодой ты еще. Жизнь еще не нюхал. Ладно, я понял.
Я тебя услышал. Виктор, вот сколько тебе лет? Это имеет значение какое-либо? Ну, я, вы уж меня поймите, я человек не молодой, вы уж давайте не грубите мне. Я уже все повидал. Конечно, я вам не грублю. Вот, пожалуйста, сколько вам лет? Я не думаю, что это имеет какое-то сейчас отношение к нашему с вами разговору. Я могу вам предложить по поводу вашей проблемы. Вот у вас было такое, что вам бутылку в жопу засовывали? Конечно, нет. А у меня было. Давай еще ебану под шампанского. Я вас понял. Смотрите, я могу вам предложить... Да. Слушайте, я могу вам предложить или сейчас консультацию врача в клинике, или можете вызвать врача 103 на дом, они приедут, могут вас госпитализировать, или я могу подсказать, какая сейчас дежурная клиника по Киеву, урологии. Никуда не поеду я здесь. Я вас понял. Я вас понял. Ну, к сожалению, по-другому я не смогу вам в этом помочь. Я сам европеец, понимаете? Я люблю, когда с моим анусом играет кто-то. Поэтому не надо... Это замечательно. Да. Ну, я еще раз говорю. И по вашему вопросу, вот как бы три варианта. Если вас никакой из них не устраивает, я буду вынужден закончить разговор, потому что другому я вам помочь не смогу. Витька, солнышко мое, ты не хочешь, допустим, ой, как сказать, проехать... Я вас понял. Яйца залатать. Нет, не хочу разговор... Будем, к сожалению, заканчивать. Ты какой-то нежный мальчик. Может быть, ты хочешь мою попку, а?